В Индии после пожара в католической церкви в Дели христиане провели многочисленные марши протеста, требуя более высокого уровня защиты для своих храмов. Более 5000 верующих разных конфессий – католики, англикане, баптисты, методисты – вышли на улицы и участвовали в демонстрациях в разных городах. 10 декабря индийские францисканцы провели социальные и образовательные мероприятия, в центре которых находится тема межрелигиозной гармонии. К инициативе присоединились 52 религиозных общины в 65 провинциях, в целом около 50 тысяч монахов и насельников орденов. Председатель объединения францисканцев в Индии священник Мэтью Кап объяснил, что цель мероприятий – рассказать о росте межрелигиозного насилия в стране и осудить антихристианские акции. Напомним, что 1 декабря в столице Индии пожар уничтожил католическую церковь Святого Себастьяна. Местные католики уверены, что речь идет о четко спланированной акции, так как на месте преступления найдены бутылки с зажигательной смесью. Огонь полностью уничтожил алтарь, ризницу и хоры.